Сегодня в акимате города Семей прошло чествование лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в честь 35-летия годовщины трагических событий. В связи с эпидемиологической ситуацией в городе участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС собрались лишь в количестве 25 человек. Церемония началась с выступления акима города Семей Нурмбета Сактаганова. 30 лет назад, понимая всю ответственность в этой отрасли, наш Елбасы, первый президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев своим историческим великим указом закрыл наш Семипалатинский ядерный полигон. Теперь мы с вами призваны дальше продвигать все наши антиядерные инициативы Казахстана, мировое сообщество. По официальному списку среди участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС зарегистрировано 31 743 казахстанца. На сегодняшний день в городе Семей проживает 153 чернобыльца. Со стороны акимата уделено должное внимание. В этом году каждому участнику ликвидации последствий тех событий была выплачена единоразовая социальная помощь в размере 97 428 тенге и оказана обязательная медицинская помощь. Мы рады, конечно, что в такие моменты Родина, страна наша помнит. Спасибо большое правительству, президенту, акиму области, акиму городу. Вот сегодня провело чествование нас, участников ветеранов аварии. Хотелось бы на предстоящие вот праздники, как раз на 7 мая, поздравить всех с наступающим праздником, пожелать всем здоровья. Спасибо вам большое за то, что вот, чествуете. Я уверен, что каждый гражданин совершил бы такой же поступок, что по приказу Родины мы вышли на ликвидацию аварии. Аким Семей лично вручил специально изготовленные по поручению акима области Даниала Ахметова медали. Также 22 семьям погибших и умерших ликвидаторов аварии оказана социальная помощь в размере 15 031 тенге на общую сумму 331 тысяча тенге. Нурмбет Сактаганов отметил, что люди всегда будут ценить и помнить подвиг участников тех событий. Эльдар Рафиков, Кайрат Кожахметов, телеканал Семей.